Давайте, ребята, пора идти выпрашивать сладости. Сладость или гадость? Пошли, Дьюи. Вы, ребята, идите без меня, я занят. Дьюи, ты можешь играть когда угодно. Да, а Хэллоуин только раз в году. Думаю, я знаю, как его убедить. Это Хэллоуин. Давай, пора идти. Это Хэллоуин. Это шоу не пропусти. Это Хэллоуин. Все монстры в пути. Это Хэллоуин, это Хэллоуин. Давай, пора идти. Это Хэллоуин. Это шоу не пропусти. Это Хэллоуин. Все монстры в пути. Это Хэллоуин. Это Хэллоуин, давай же, детка. Это страшный сон, жизнь или конфетка. Ведьмы, гоблины, нечисть собрались в этот час. Посмотри, кто из них самый страшный для вас. Давай, детка, это Хэллоуин. Все вместе мы выйдем и покричим. И будем готовы монстров повстречать. И сладости или гадости выкрикнуть опять. Хэллоуин бывает только раз в году и длится всего одну ночь. Итак, давайте наденем наши жуткие костюмы и сбежим от скуки прочь. Это Хэллоуин! Давай, пора идти! Это Хэллоуин! Это шоу не пропусти! Это Хэллоуин! Все монстры в пути! Это Хэллоуин! Это Хэллоуин! Давай, пора идти! Это Хэллоуин! Это шоу не пропусти! Это Хэллоуин! Все монстры в пути! Это Хэллоуин! Хэллоуин, детка, ну давай в эту жуткую ночь ты быстрее убегай. Вот Франкенштейн в темном парке играет, а скелеты, смеясь, всех прохожих пугают. Вот и дом с привидениями, не надо бояться. По скрипучим ступенькам нетрудно взобраться, на цыпочки встать и в дверь позвонить. Откроют и сразу нам всем завопить. Пора идти! Это Хэллоуин! Это шоу не пропусти! Это Хэллоуин! Все монстры в пути! Это Хэллоуин! Это Хэллоуин! Давай, пора идти! Это Хэллоуин! Это шоу не пропусти! Это Хэллоуин! Все монстры в пути! Это Хэллоуин! Страшные монстры по улице идут, именно те, которых ты боишься. Некоторые страшные, некоторые подлые. Страшные монстры Хэллоуин. Смотри, вижу, зомби идет по дороге, бормочет и ворчит. Всюду он идет. Вы не хотите, чтобы он поймал вас? Почему? Что случится? До конца ночи станешь зомби тоже. Посмотри, вампиры летают. Хотел бы встретить их. Если вампир словит, укусит тебя, ты станешь вампиром в ту же ночь. Смотри, я вижу скелет, стучит своими костями. Всегда он делает этот грохот, всегда он один. Его гости стучат, как камни и палки. Куда бы он ни пошел, он стонет и гремит. О, смотри, я вижу огра, топает ногами.
все трясется, когда он идет. Его уши острые и хмурится всегда. Не хочешь с ним встречаться никогда. Смотри, я вижу, тыкву танцует. Глаза мерцают желтым, как будто в трансе он. Пустая голова, вонючим пахнет сыром. Хотел бы его встретить. Нет уж, спасибо. Страшные монстры по улице идут. Именно те, которых ты боишься. Некоторые подлые. Страшные монстры Хэллоуин. Страшные монстры Хэллоуин. Монстров, ведь это Хэллоуин. Я слышу рычание, я слышу их дыхание и зомби мычание, ведь это Хэллоуин. Ведьмы скачут на метле, волки воют в тихой мгле, зомби ходят там и тут, здесь балом правят страх и жуть. На улицах темнеет, и призраки смелеют, летят к людям в постелях на этот Хэллоуин. Нет смысла скрываться, и можно не стараться, вас напугать стремятся они на Хэллоуин. Ведьмы скачут на метле, волки воют в тихой мгле, зомби ходят там и тут, здесь балом правят страх и жуть. Скелеты повсюду греметь костями будут, спускаясь в проулке, ведь это Хэллоуин. Болтают, смеются и вместе соберутся, и танец их начнется, ведь это Хэллоуин. Ведьмы скачут на метле, волки воют в тихой мгле, зомби ходят там и тут, здесь балом правят страх и жуть. Смешно, правда? Подожди минутку, что это за звук? Ничего себе! Пять маленьких тыков скакали по кровати. Одна упала, ударилась головой. Мама звонит доктору, а доктор ответил: хватит тыквам в кровати скакать. Четыре маленьких тыквы скакали по кровати. Одна упала, ударилась головой. Мама звонит доктору, а доктор ответил: хватит тыквам в кровати скакать. Три маленьких тыквы скакали по кровати. Одна упала, ударилась головой. Мама звонит доктору, а доктор ответил: хватит тыквам в кровати скакать.
Две маленькие тыквы скакали по кровати. Одна упала, ударилась головой. Попал к доктору, а доктор ответил: хватит тыквам в кровати скакать. Одна маленькая тыква скакала по кровати. Она упала, ударилась головой. Мама к доктору, а доктор ответил: положите тыквы в кровати спать. Вот они уже идут сюда, воют, ноют и стучат, всех пугают и рычат. Начни бояться ты. Прячься, беги, монстры идут. Прячься, беги, тебя уже ждут. Прячься, беги, монстры идут. Беги, беги, беги. Монстров этих шумная толпа, повсюду слышен хохот их, лучше к ним не подходи. Начни бояться ты. Прячься, беги, монстры идут. Прячься, беги, тебя уже ждут. Прячься, беги, монстры идут. Беги, беги, беги. Заметишь на себе ты страшный взгляд. Зеленокожий, желтоглазый зверь, он не боится тебя, поверь. Начни бояться ты. Прячься, беги, монстры идут. Прячься, беги, тебя уже ждут. Прячься, беги, монстры идут. Беги, беги, беги. Им нравится видеть страх в глазах. Любят они тебя пугать, советую тебе бежать. Начни бояться ты. Прячься, беги, монстры идут. Прячься, беги, тебя уже ждут. Прячься, беги, монстры идут. Беги, беги, беги. Как только в город ступят ноги их, они начнут искать детей, чтоб съесть на ужин поскорей. Начни бояться их. Прячься, беги, монстры идут. Прячься, беги, тебя уже ждут. Прячься, беги, монстры идут. Беги, беги, беги. Маленькие монстры заперты в замке. Ах, бедненькие монстрики! А сегодня ведь Хэллоуин! Пять милых монстров в темную ночь, заперты в замке, кто им сможет помочь? Двери открыл кто-то здесь, проходя. Один улизнул, четыре дома сидят. Выпустил монстра кто? 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 Выпустил монстра кто? Может, ты? Это не я. Четыре монстрика в темную ночь
Запертые в замке, кто им сможет помочь? Двери открыл кто-то здесь, проходя. Один улизнул, а три дома сидят. Выпустил монстра кто? 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 Выпустил монстра кто? Может, ты? Это не я. Три милых монстрика в темную ночь. Запертые в замке, кто им сможет помочь? Двери открыл кто-то здесь, проходя. Один улизнул, а два дома сидят. Выпустил монстра кто? 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 Выпустил монстра кто? Может, ты? Это не я. Два милых монстрика в темную ночь. Запертые в замке, кто им сможет помочь? Двери открыл кто-то здесь, проходя. Один улизнул, один дома сидит. Выпустил монстра кто? 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 Выпустил монстра кто? Может, ты? Это не я. Маленький монстрик в темную ночь. Запертые в замке, кто же сможет помочь? Двери открыл кто-то здесь, проходя. Он улизнул, в замке теперь тишина. Выпустил монстра кто? 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 Выпустил монстра кто? Может, ты? Это огромная мумия, наша мама. Ура монстрикам!